В России отмечают День космонавтики. 58 лет назад орбиту впервые покорил человек. Им стал Юрий Гагарин. За 48 минут корабль «Восток» сделал один виток вокруг планеты. От Ямала этот праздник не так далек, как может показаться. На его территории лежат останки многих пролетавших ракет. А старожилы помнят истории, когда в упавших агрегатах искали сокровища. Российские ученые нашли быстрый метод диагностики рассеянного склероза. Если раньше процедуры включали в себя проведение МРТ и забор спинномозговой жидкости, теперь исследователи смогут применять созданные в лаборатории ДНК и РНК-молекулы. Однако на этом этапе распознать стадию заболевания не получится. В Новом Уренгое прошел конкурс «Конвейер проектов». Его задача – выявить лучшие практики, реализуемые молодежью города. Это помощь инвалидам и пожилым людям, уборка аллеи ветеранов, создание книги памяти, развитие вожатской деятельности. Свои разработки представили 28 участников. 5 лучших идей получили грантовую поддержку в размере 20 000 рублей.